Доминик, первая белорусская классика в твоей карьере. Давай начнем с антуража. Почувствовал немножко вот европейский уровень? Тебе есть чем сравнивать? Да, конечно, почувствовал. Игра была хорошая, но я думаю, что мы не должны были проигрывать это. Честно, я думаю, ничью минимум. Но у нас было даже больше моментов. Так сложилось, что мы получили такие два, можно сказать, глупые гола. На самом деле, это вот то поражение, за которое стыдно быть не может. Потому что действительно сегодня команда играла неплохо и моментов было больше, как ты и говорил. Ну, конечно, да. У нас, но сейчас надо посмотреть там по видео и все. Но я думаю, у нас больше моментов было. Но так всегда смотрится результат. Но постараемся второй матч выиграть и пройти дальше в кубке. Насколько тебе сегодня комфортно игралось именно вот первый официальный твой матч в линии защиты? Ну, я чувствовал себя хорошо. У меня хорошие защитники тоже рядом с собой. Чиж и этот Шева. Так что мне нормально было. Хорошо, но... Конечно, плохо, что проиграли первую игру, но что делать? Есть второй тайм. Расскажи, что произошло, когда забивали первый гол в наши ворота? Ну, там, как могу вспомнить, там была подача с фланга, но там на нашего игрока был рикошет и чуть-чуть там, не знаю, просто залетел гол. После матча долго вы стояли возле фан-сектора, вам долго аплодировали, это заслуживает уважения. Да, конечно, болельщики хорошие, всю игру нас поддерживали, так что мы им благодарим и надеемся, что так же будет их и в Борисове. Впереди у нас второй тайм, все решится в Борисове. Да, конечно, второй тайм, я тоже сказал, второй тайм у нас, так что я думаю, есть у нас шансы пройти дальше. Спасибо.